Чекинский Анатолий Ильич, тренер команды. Так, как вам сегодняшняя игра? Вы второй раз играете в Тобольске в ничью. Ну, наверное, в Тобольске мы лучше играем, чем дома. Мы учили ошибки те, которые были дома, когда нас Тобольск просто обыграл на классе, наверное. Скорее всего, мы не были готовы, наверное, к домашней игре, потому что мы посчитали, что если в Тобольске нам удалось ничья, то дома мы возьмем их голыми руками, а обычно, наоборот, Тобольск вышел настроенный и обыграл нас очень легко. Здесь учили ошибки эти, мы сегодня, ну, как бы старались все, чтобы не повторили ошибки домашней игры. Ну, и сыграли, в принципе, по счету. Ну да, в общем-то, счет так, по моментам, если брать голевым тем, туда и сюда, где-то ровненько. Тренер футбольного клуба «Тобол» Виталий Кретов. Вы второй раз в Сомском дома играете в ничью. Номер 20. Хорошая команда, игры всегда с ними получаются. Лотерейный билет номер 20. Поэтому, наверное, всегда все получается. Хотя отметить ребят хотел бы, что... Билет номер 20. Последний раз просто пропущен. Считаю до трех и вытягиваю следующий билет. Молодцы. Немножко не хватит. 1, 2, 3. Вот, у меня еще вот какой вопрос. Дело в том, что в прошлом матче, также в начале второго тайма Тобляки пропустили гол, но тогда смогли взорваться. Сейчас что-то не получилось. Видимо, все равно не хватило, наверное, реализации момента того, что Иван Сурасников и момент Сказанова, Андрея Безумного. Не хватило момента. Не всегда все получается. Ребята стараются, молодцы. Ну давайте настраивайтесь, Тюмень надо обыгрывать по-любому. Вот команда на поле. Кстати, стандарты у Тобольска опасные. Смородинов подает, вратарь кулаками выбивает мяч. Но атака не кончается. Отворот. Тобольск пока в обороне хорошо играет. Так, ход. Ах ты. Омск штрафной бьет и замену делает. Будет делать. Тобольск обскорбился, так хорошо выходит. Омск пошел. Атака. Прострел.